интерфейсы на интерфейсе. Господи, это слова одного из самых умных GTA-самп-ютуберов современности. И если вы не знаете, к чему я все это говорю, если вы не знаете, о чем я вообще все это говорю, то есть, наверное, вы не подписаны на мой канал Семен, на котором выходит более такой, знаете, лайвовый контент, на котором я, так знаете, захожу, что-то рассказываю, что-то, может быть, смотрю, что-то там еще, возможно, происходит. Вы, скорее всего, на этот самый канал не подписаны и не смотрели видеороликов моих, где я там, знаете, реагирую на видео самперов. Там вот у меня есть видеоролик, музыкант Данила КПР жестко критикует Исю Нидипсайс и его реакцию, что-то там как-то так видеоролик назывался, вы можете его посмотреть, там я все это подробнейшим образом рассказал, показал и вообще сказал, что вам нужно со всем этим сделать. Поэтому, если вы как бы хотите вот все это узнать, причем тут фейсы на интерфейсе, причем тут Black Rush, причем все остальные вещи, ну ладно, причем тут Black Rush я расскажу в этом видеоролике, тем не менее, если вы, так знаете, более плотно хотите углубиться в меня, я извиняюсь, как бы, ну, канал Семен, он как бы для этого вас там ждет, плюс это такой, знаете, более-менее резервный канал, вы можете туда зайти, и там, типа, если что, вдруг мало ли случится, не дай бог, то вот там вы сможете найти информацию, которая вас будет интересовать по поводу всего того, что вам нужно. Однако, ладно, давайте перейдем к самой новости из всей вот этой вот Black Rush, из всех вот этих вот прочих вещей, давайте все это сейчас мы, в общем-то, и посмотрим. Основатель Black Rush на своей странице ВКонтакте показал, ну тут вернее не было страницы ВКонтакте, просто на своей странице, ну типа ВКонтакте оно подразумевается, показал обновленные диалоги, которые состоят полностью с интерфейсов. Как вам? Господи, Рома Злобин, ты хоть понимаешь, что это рекламный пост? У тебя тегнут основатель Black Rush. Ну, а, ну, кстати, ладно, все это тегнуто разными вещами, но тем не менее, то есть Ромке Злобину настолько похуй, что я даже не знаю, насколько вот передать то, насколько ему вообще похуй. Ладно, может быть, это партнер Black Rush, и не особо правильно его, так знаете, оскорблять, может быть, он там еще напишет, кому надо, меня еще, знаете ли, уволят, сделают какие-то, может быть, еще не особо приятные для меня вещи, поэтому я, пожалуй, ебало-то завалю, и вот это вот все говорить не буду, но с интерфейсов это, конечно, интересно, вот, то есть из интерфейсов, полностью состоят из интерфейсов, а не с интерфейсов. Ну, может быть, это гениальный байт такой, знаете, на комментарии, вот, или на мои какие-то реакции, на все прочее, то есть, как-то, наверное, так все это работает. Как сейчас выглядят все вот эти вот диалоговые окна и все вот эти вот прочие вещи, то есть, они просто обычные. То есть, вот так, как, допустим, было там где-нибудь в GTA Сампе в году 2013-14, как сейчас, по-моему, есть на Advance Roleplay, так сейчас на Black Rush. И я уже рассказывал вам об обновленном таком, знаете, меню всех вот этих вот серверов, которые там есть, то есть там Purple, по-моему, был, или Purple, там, в общем-то, было все это нарисовано, я про все это рассказывал, как там, что, где оно находится, и я такой, типа, ну вот оно там, знаете ли, вот есть, и я уже, в общем-то, по поводу всего этого высказывался, если вы еще все это не видели, то как бы, а чего вы ждете, друзья мои, заходите на тот видеоролик, его посмотрите, он там собрал уже, я так понимаю, нормальное количество просмотров, и поэтому заходите, и даже если он набрал ненормальное количество просмотров, то все равно зайдите, посмотрите и поддержите начинающего видеоблогера, контента, ютубера и так, ну, чтобы стыдно хотя бы не было. Вообще, как выглядят все эти иконки, то есть теперь, я не помню, было ли это раньше, но теперь при нажатии там, допустим, какой-нибудь отмены или нажатии на что-то еще, звук, есть характерный звук, и это замечательно, то есть, понимаете, теперь ты чувствуешь, что когда ты на всю это нажимаешь, то, что это реально работает, то, что это реально все рабочее, и то есть, будто бы ты получаешь какую-то отдачу от всего этого, ну, это замечательно. Плюс есть такая, знаете, анимация, что ты вот нажал, и оно так, знаете, немного продавилось под твоим вот этим вот сильным натренированным пальцем. И я считаю, что это замечательно, и нужно было уже давно все это делать. То есть сейчас Black Rush, она, так знаете, нагнала онлайн, люди играют, людям, типа, все хорошо, она закупает также рекламу, и вот сейчас там, наверное, будет открывать и какие-то еще сервера в будущем. И понимаете, в чем дело? То есть сейчас все вот это вот открывается, все это происходит, и ты, вот они начали исправлять вот какие-то такие, знаете, мелочи. То есть то, за что мне вообще понравилось Black Rush изначально, это подход к мелочам. Я об этом рассказывал в своем самом первом видеоролике по Black Rush, и вообще, если вы его не видели, то как бы, ну, если вы его не видели, то как, ну, как бы, что вы тут вообще делаете, посмотрите его, пожалуйста, и больше, как бы, ошибок таких, ну, не совершайте, там я обо всем этом рассказал. И сейчас вот они начали вот эти вот все мелочи по типу диалоговых окон, окон, они начали все это исправлять. Это замечательно, это круто, и сейчас все выглядит в такой, знаете, единой стилистике, но, скорее всего, так и должно быть в 2021 году на проекте, на котором там 10
10 или уже даже 11 тысяч онлайна ежедневно. Поэтому, как бы, ну, сами понимаете, IP и, ну, вернее, там, знаете, ссылочка на Black Rush, мой промокод, мой никнейм, там, Данила КПРФ, мои все вот эти вот прочие вещи, они находятся в описании этого видеоролика. Вы туда можете зайти, там, со всем этим ознакомиться, там, все это посмотрите, разумеется, ну, типа, вот, все это понять, чтобы не было каких-то вот этих вот всех последующих проблем. Всем спасибо за просмотр данного видеоролика, увидимся тут же завтра в 20:00, либо немного попозже, либо же немного, может быть, пораньше, но это, разумеется, вряд ли, потому что такого, скорее всего, не будет и вообще не может быть. Спасибо всем за просмотр, всем пока и до свидания, и еще раз пока.